сметана, сметана. Все, масло, да? Так, третий вопрос. Нарисовать вилку, дать описание. Это не надо, перечислить виды скота. Коровы, верблюды, лошади, овцы, бараны, козы. Козы, так, лошади. Лошади, верблюды, все, быки. Так, хорошо. Так, обратите внимание. Найдите ошибку. В пустынных районах западного Казахстана большую роль играла корова. Нет, верблюд. Так, дальше. На севере страны, я вам показывала как, да? Обратите внимание. На севере страны, где растительность была намного богаче, верблюдов держали. Там держали лошади и овцы. Овцы, хорошо. А растительность была большая? Нет. А пустынные земель, да? На западе было. Так, дальше. Для юга страны характерно было преобладание лошадей. Правильно или неправильно? Нет. Правильно, это коров. Нет. Лошадей, коров, овцы. Так. Так, что изобрели? Выберите правильный ответ. Кочевники изобрели что? Может, стрелена, удила, седло. Да. Правильно. Правильно, молодцы. Дальше. Так, тетрадь, записываем. Эссе. Называется «Кочевая цивилизация». Так, мы все пишем, ребята. И сегодня вы должны еще прочитать эссе с вами. Все, начинаем. Так, сегодня вам учитаться не возможно. Пишите. Я ничего не пишу. Где вы говорите свое мнение, вы описываете, от своего имени можете третьего лица, как вам может быть. Так, это сочинение ваше. Должна быть определенная информация и плюс рассуждение. Так, внимание, сюда, пока остановитесь, пожалуйста. Так, кто